Фестиваль международный Юрия Башмета тратит наименьшее количество государственных средств и на максимальную часть, насколько это возможно, существует самостоятельно. И для нас это большая честь в том числе. Это не говорит о том, ни в коем случае, что государство не должно поддерживать культурный проект, оно обязательно должно поддерживать. И по моему персональному уже мнению, мне кажется, что те проекты, которые максимально окупаются, как раз и нужно увеличивать в них государственную поддержку. Потому что это позволяет нам еще умножать на 3, на 4, на 5 или на 10 и проводить еще больше мероприятий, разрастаться и делать их качественнее, потому что на сегодняшний день все качественно стоит очень дорого. Я не буду все пересказывать. Единственное, что бы я обратил ваше внимание, это на количество белорусских исполнителей, на количество молодых белорусских исполнителей. Это и детский коллектив, 25-летие оркестра камерного колледжа при Академии музыки под управлением Владимира Перлина. Это замечательный коллектив молодых детей от 13 до 16 лет, которые во всем мире пользуются огромным успехом. И я считаю, этот проект очень интересный, учитывая то, что еще из 5 стран приедут и поздравлять разные, тоже молодые артисты, но уже выступающие на лучших сценах мира. Важной частью фестиваля являются мастер-классы, встречи. Эту традицию мы поддерживаем, и почти каждый, кто приезжает на фестиваль, солист, дает мастер-классы в Белорусской академии музыки. Сегодня будет очередная экспериментальная программа, мы еще ни разу ее не делали. Это совмещение Прокофьева с Маяковским «Облако в штанах». Это лирическо-любовная поэзия, скажем так, выражаясь современным языком, выполненная в стиле хард-рока. Вот. Попробуем. Послушаем сегодня, как это звучит и как это воспринимается. Будем сегодня совмещать, будем сегодня слушать. Я сам не очень знаю, как это все сложится, но так вот, на первый взгляд, мне кажется, сложился достаточно интересный симбиоз. И женщины, истрепанные, как